Друзья, всем привет, канал BS Trash. Хотел показать, как на телефоне Xiaomi сделать вот такую штуку. То есть вот у вас открыты недавние приложения, и кое-какие, например, из них размыты. То есть вы хотите, например, когда человек хватает ваш телефон или взял случайно, тыкает кнопки там, залез в недавние, а у вас они как бы скрыты, то есть замутнены, чтобы сразу в глаза не бросались, мало ли, какую информацию вы там просматриваете. Как это делается? Это в режиме вот этого окна, где показаны у вас недавние приложения. Вы зажимаете на нужном вам приложении и идете вот здесь вот такой значок шестеренки настройки. Сейчас фокусируется немножко. Ну вот он, самый последний. Нажимаем его, идем вниз. И вот здесь вот размытие, миниатюр, пункт. Выбираем галочку. Все, возвращаемся назад. Теперь смотрим. Телеграм тоже размылся. Вот таким вот образом. Если мы хотим сделать снова, чтобы все было видно, зажимаем приложение, опять заходим в настройки, вниз, размытие миниатюр, отключаем. Идем, смотрим. Оп, сразу стало видно полностью приложение размытое. Вот таким вот образом это делается. Ребят, кому было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам желаю здоровья и много денег. Всем пока. Пока.